Смотри-ка, пенек какой крутой остался после срубленного дерева. Так, может, кто на пенек этот сядет? Давай-ка я сяду. Ну все, я сам себе косарь должен. О, капец, зачем я на него сел? О, опять плов принесли. Че, все дрыхнут, да? Ну тогда я похомячу, чтоб все слышали мое чавканье. Че там у нас, жареный хлеб и кусочек тунца, что ли? Плов с тунцом, офиги. О, сыночек, привет! Я тебя даже не заметил. Ты чё, уже лысеешь? Только родился, уже лысеешь. Смотри, какие залысины. Ладно, хоть игрушку крепко держит. Наверное, хорошо спит. Так, что у нас там за бортом? У нас за бортом туман. Ну, блин, точно сейчас грохнемся. Когда туман, значит, точно грохнемся. Турбулентности нет, все спокуха. Ребята, ничего, что я громко говорю, вы все дрыхнете, а мне пофиг. Так, что там? Дневник сынка. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Ну-ка, сыночек, пока ты дрыхнешь, я проверю твои оценочки. Fort Timmy, survival, выживание. О, господи, я думал, это дневник. Так, уберем это подальше. О, я же говорил, сейчас турбулентность начнется. О, потряхивает знатно. Сыночек спит. Так, да, у меня тоже... О, господи, сынок, ты сейчас башкой ударился об эту штуку. Блин, сиди ровно, не шевелись, ёкарный. Смотри, как все вверх полетело. Спокойно, все будет нормас. Ё-моё, телек перестал показывать. Надо его потрясти получше. Трясу, ничего не получается. Сынок, мы падаем. Мы что, приземлились уже? Смотри, по земле катимся. О, господи. О, подушка. Какого? Эй, СТП. Кровавое днище. Подожди, это мой сын куда пошел? О, май гад. О, боже. О, рисуночки сынка. О, мой. Что с моими руками? Словно банку с краской неудачно открыл. Так. Тетка. Боже мой. Это ж стюардесса. О, жрачка. Надо поесть. Так, а можно я из вас топорик вытащу? Во, отлично. Таблеточки тоже заберу. Стюардесса. Ну, она спит, да, и смотри, какие пальцы она показывает. Типа, у нее все пучком. А, погоди. Погоди, рука вывернута. Фу, блин, господи, ладно, я пошел. Так. Сколько журнальчиков. О, жрачка, опять жрачку надо поесть. Все, сил восстановить. Смотри, сколько стаканчиков. Воды нет, попить что-нибудь взять бы. Блин, у меня ж сынка стащили, надо его... А, пофиг, сейчас подкреплюсь, потом за ним побегу. Че у нас здесь? Это туалет... О, в туалете выпивка, что ли, была? Заберем. Почему я в туалет не могу зайти? Мне вот вроде как приспичило. Ладно, мы в лесу везде можно, да, типа? Но аккуратненько, надо потом закопать за собой все. Так, что у нас тут? Купон Air. Давай заберем. Мало ли, вдруг мне потом деньги возместят за то, что мы упали. Ладно, давай попробуем выйти. Вот так вот. Опа, у меня есть топор, стопэ! Кто здесь? Слушай, того кровавого чувака больше вроде рядышком нету. Ну, значит, можно ничего не бояться. О, грибы! Давай грибы заберем. Слушай, ну я словно... О-о-о, тихо-тихо, что это было такое? Что это такое было? Я испугался. Испугался. Откроем чемоданчик. Чемодан закрыт, значит, его надо сломать. Чемодан, ломайся. Вот так вот. О, открылся. Ну все. Это моя любимая игра. Если ты что-то не можешь открыть, значит надо это раздолбать. И тогда все будет у тебя в кармане. Что это у нас такое? Чемоданчики сейчас повскрываем. Вот так вот. Давай, открывайся, днище. О, ништяк. Здесь тоже. Крава корыто. Из-за тебя, между прочим, деревце маленькое срубил. Так, вот это тоже сейчас. Вот так вот. Отлично. Всякого барахла сейчас наберу, а. Господи, сколько здесь всего интересного. Блин, подожди, а где первая половина самолета? Почему я какую-то задницу вижу? Задница самолета. Даже подушки безопасности не вылетели. Ну, эти трапы, или как их там называют. Боже мой, на каком же я ужасном самолете-то летел? О, погоди, я могу самолет расколбасить, да? Давай-ка ему крыло сейчас отлупим. Все равно он уже никуда не полетит. Без перца нету из отца. Хе, только что придумал. О, стопы, ящер! А ну стой, 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 стой. Ты будешь моим другом? Привет. Дружище, как дела? Как жизнь? Как жизнь? Расскажи, что видел. Не видел, кто утащил моего сына? Блин, я походу схожу с ума. Это не... Опачки. Ничего ж себе, зрелище-то какое. Погоди, это что, стюардесса? Я же ее только что там видел. О, вот она. Хм, может быть я сплю... Блин, ты посмотри, там еще одна голова.
Жуть какая! Это что ему воткнули? Гвозди, что ли? Блин, что-то ветер поднялся, слушай. Так. Домик! Погоди, мы рухнули в какой-то поселок. Смотри, дом, шалаш. Это что, типа рогатка? Господи, нога чья-то. Капец! Надо колу выпить. Это, подожди, это тюрьма или шалаш? Я понять что-то не могу. Сейчас обойдем. Смотри-ка, стульчики, столики. Да здесь явно кто-то жил. Камушек тоже возьмем. Ого, какой паук! Так, пауков ненавижу. Вот так вот. Не люблю пауков. Особенно таких огромных. Так, что у нас здесь? Канистра? А, точно, канистра, бензик есть. Отлично, может куда-нибудь свалим с этого острова. Это что, петли, что ли? Ну, учитывая, что я тут один выживший, а петли для двоих? Непонятно, для кого это. Ну-ка попробуем забрать это все дело. Что у нас здесь еще есть? Еще одна канистра. Погоди, есть же пособие по выживанию, я же у сынка отобрал. Давай посмотрим, что там в журнальчике написано. Так, журнальчик. Создание предметов. Чтобы изготовить предмет, нужно собрать требуемое количество ресурсов. Блин, капец, гений. Зачем я вообще это читаю? Путеводитель по природе, статистика. Что у нас здесь еще есть? Список дел. Ну, найти Тимми, это понятно, разбить лагерь, это ясно, найдите пропавших пассажиров самолета. Точно, мне нужно найти друзей, иначе я сойду с ума. Алоэ, у тебя есть алоэ? Нет, у меня есть только ежевика и черновика. Ой, черника, черновика, блин. Так, загоняюсь уже, все. Что у нас здесь? Основа выживания, шаг первый. Постройте убежище, капец. Основы, огонь, основы, огонь, огонь. Это кто такое пособие писал? Подожди, я уже... О, я огонь могу разместить. Давай вот его разместим прямо под табуретом. Вот так вот. И мне нужно две палки и 7 листиков. Табурет уберем. Подожди, так палки я могу с табурета достать, правильно же? Так, табурет, сейчас мы тебя разрубим. Чё-то не рубится, табурет. Табурет, стопы! Ты чё такой деревянный, не рубившийся? Ты подожди, чё это я пальцами показываю? Что такое? О, птичка, здорово! Как жизнь? Только не насри мне на руку. Жалко, это не кеха. Может быть, я его где-нибудь здесь найду, попугайчик-то. Так, значит, пойду-ка я попробую собрать веточки. Для этого нам нужно срубить вот эту ель. Сейчас мы это дело попробуем. Подобрать 7 листьев и подобрать 2 палки. Ну, двух палок здесь будет довольно много. Руби из деревца большое, маленькое. Главное, не рухни на меня, на мой черепок. О, смотри, рубится как хорошо. Щепки, щепки. Так, давай с этой стороны. Опа. Ну, еще чуть-чуть давай. Еее! Деревце, падай. Падай. Уху! Срубил все-таки это дерево. Ну вот, а где мне листики-то брать? Ладно, забираем доски. Тащим это все сюда. Блин, прикольно, готовое жилье, не надо даже париться. Так, значит. Ну, слушай, это бревно, по-моему, слишком большое для моего костра. Давай, бросим здесь, короче. Может пригодится. Кстати, я уже пить хочу. Где попить-то водички можно достать, а? А как открыть мою сумку? Сумку, инвентарь. О, фото сыночка, давай на него посмотрим. А то я его тогда не разглядел. Боже мой. Это точно мой сын? Похож на 30-летнего мужика. Так, что у нас есть попить? Попить у нас есть выпивка и есть газировочка. Давай газировочку возьмем. Все, жажду утолил. А это что за кишки? А, это ткань. Похоже на кишки. Есть еще, что это, шоколадка, батончик с шоколадом, канистра с бензином, веревочка. Ну и, конечно же, пособие по выживанию. Так, все. Где здесь еще одно бревно-то было? Я только что срубил дерево. А, вот оно, укатилось. Так, давай берем. Ой, стопы, стопы, стой! Ящерка, беги! Опа, хорошо, что здесь камень был, а то бы я сейчас еще вниз побежал. О, хорошо. Так, дайте мне что-нибудь разломать, а? Могу я срубить вот это? Нет, не могу. Так, ладно, пошли. Веточки, ну где же вы? О, смотри-ка, здесь трасса есть. Здесь, наверное, гоночки проходят. О, еще бревно, подожди. Давай-ка унесем его обратно. Так, веточка. Веточка, наконец-то веточку нашел. Грибочечки возьмем обязательно. Потом захомячим их. Слушай, я сейчас, походу, зайду в дебри. А к шалашу к своему потом не вернусь. Карты же нету. Так, ну я пришел оттуда вроде. Вроде да. Значит, листики. О, смотри, сколько листвы. Сейчас возьмем вот эту вот. Вот этот камень возьмем. Вот это ж можно срубить. Ништяк. Дупло. Зачем мне дом, когда есть вот такое роскошное дупло? О, кажись, там листики есть, да? Заберем. И вот этот листик сейчас заберем. Огонь. Все. Можно возвращаться домой. 7 листиков и 2 палки. Итак, значит, разводим костер. А почему я не могу, кстати, вот здесь развести костер? Могу ли я его перетащить?
Так, костер, значит, и вот сюда его надо поставить. Палок накидал. Листиков сейчас накидаем. Нафига листья в костер? Вообще не понимаю. Ну, гринписовцы, что только не придумают. Так, осталось поджечь это все дело. Ну, зажигалка у меня вроде есть. Огонь. Да будет огонь! А нафига я костер днем разжег вообще? А, пофиг. Так, а если я кину туда бревно здоровое, оно разожжется еще больше. Да. Я настолько кривой, что не могу даже бревном попасть туда. Слушай, ну, в принципе, уже наступает ночь. Костер я разжег. Надо посмотреть, что еще я могу сделать. Смотри-ка, давай-ка я сделаю себе уютненькую хижину. Вот такую вот, за 13 бревен. Потому что, ну, в шалашиках кто-то жил до меня. Там, может, блохастые люди какие были. Вот как тот кровавый, который сынка у меня стащил. Поэтому я там не хочу жить. Я лучше свое новенькое построю вот здесь. Бревна у меня, благо, уже есть. Сейчас я их натаскал, блин, как темно-то стало. Я сейчас тут, это, страх помру. Блин, что-то я неудачно, походу, поставил. Что у нас здесь? У нас тут ноги висят, щит, это. Надо переставить, значит, хижину. Не хочу рядом с ногами жить. А что, если я поставлю хижину в шалаше? Это ж, по-моему, дабл домик будет, да? Евродвушечка, как говорится. Сейчас попробую. А, нет, смотри-ка, я здесь не могу разместить. Ну ж, блин, все планы порушили. Вот здесь вот тогда поставим. Кривую избуху. Смотри, как она косо будет стоять. А, пофигу. Значит так, бревно. Бревно раз. Закидываем. Вот и стеночка готова. Сейчас еще вот это возьмем. Сюда. Вторая стеночка готова. Так, где еще бревно? Так, это походу дверь, да? Слушай, а где здесь дверь? А, пофигу, вначале надо достроить, потом разберемся. И сейчас запилю себе дверь. Блин, как темно, а костер-то вообще махонький. А прикинь, сейчас кто-нибудь ко мне придет. В гости. А у меня хижина не готова. Но 100 грибов много. Еще грибами поделюсь. Мне нужно срочно сделать факел. Как здесь сделать факел? Факел, факел, факел. Да, максимум, что я могу сделать, это огонь на подставочке. Капец. Че за звуки? Стопэ, кто это здесь бегает? А ну выходи! Где ты? О, вижу, шевелится! Стопэ! Ты кто такой? О, давай, здесь много, чуваки! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тетка! Отстань, ты че бешеная? Где костер? Костер потух! Жеваная жвачка! Отстань от меня, у меня топор есть! У тебя что, эти дни, что ли? Отстань! Боже мой! Я думал, здесь нет людей. О, здорово. Вас двое, что ли? А ну, отошли. Получай. Ой, как вас много. Спасибо, дружище, ты меня защищаешь, типа, да? Да кто из вас тут кого защищает? Вот так вот. Зубы нафиг всем повыбиваю. Чё думаете, я в темноте не вижу? А ты чё вылупился? А? А ну иди сюда, вон. Смотри, давай с тобой в мячик сыграем. Блин, мячик поднимайся. Иди сюда. У меня тут теннисный мячик для тебя, сейчас в зубы дам. Эй. Песик, иди сюда. Куда ты там убежал, а? Так, стопэ. Лови мячик. Блин, я с тобой поиграть хотел. Дикая женщина. Ты чё, живенькая еще? Дыши. Чё ты угораешь? Вот тупица. Ты чё, издеваешься, что ли, надо мной? А ну, лечь! Блин, промахнулся. Ты посмотри, какая живенькая-то, а, попалась. Так, чё, всё вроде, всех разогнал. Вот овечихи, а! Потушили мне костер. Надо разжечь заново. Давай, зажигайся. Ну! О, огонь. Ладно, пошли, это, порубим дерево. А то я так хижину свою не достроил. Текс. Вот это вот сейчас срубим. Блин, конечно, опасно так зажигалкой рубить, а то еще сейчас лес спалю. Ан, пофиг, вариантов других нет. Надо рубить. Да что ж такое-то? Тихо. Вас сколько здесь? Я нифига не вижу, где вы? А ну прочь от меня! Я псих! Я хуже вас! Ты глянь, что они мне делают, они мне здоровье покоцали совсем. Психи. А ну иди сюда, я тебя сейчас... Так, тихо. Так, надо в хижину зайти. Ай, больно как! Твою ж налево! А! Куда меня тащат? Эй, чуваки. Чуваки. Может, договоримся, а у меня грибочки, если что, есть.